Лучше кору с деревьев жрать, чем жить в вашем ублюдочном, мерзопакостном, жадном и скудоумном миропорядке. Но жрать ее будете вы. Если вы вдруг не знаете, то это Озаренок. Нет, это не профессия, не кличка и не должность лидера фан-клуба Николая Азарова. Это фамилия главного белорусского пропагандиста. Григорий Озаренок – это местный Соловьев, только либо более свихнувшийся, либо пытающийся в стиле самых плохих актеров изображать из себя демонического эксцентрика. Задолбали выть, как текущие кошки. Мрази вы, паскудные мрази. А еще верный лукашенковскому режиму Озаренок пристроен батькой на государственный канал с единственной целью – восхвалять до небес диктатора и облизывать его с ног до головы, чем он и занимается регулярно в эфире. Поэтому правильнее бы его было назвать «Лукашонок». Как известно, после недавнего путинского заявления о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, на улице сумасшедших, угрожающих миру бомбой, начался дикий праздник. Нет, даже карнавал. Соответственно, представьте, каким могло бы быть импортозамещение бразильского карнавала под санкционной Беларуси. Особенно в исполнении Озаренка. Что, вражины, рохкаете? Беларусь – ядерная держава, государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали. Но плавиться будут разве что мозги зрителей озаренковских эфиров, если это еще не произошло. А потонет сам горе-пропагандист в водоеме своей желчи и лжи вместе со своим патроном. А вот выяснилась еще одна удивительная вещь. Или вещь, как говорит нынешний руководитель Беларуси. Занимательные речи Лукашенко иногда действуют неожиданным образом на российских пропагандистов. Вот, к примеру, какой казус случился с одним из них. Я понимаю, почему это происходит, хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня... Так, а мы продолжаем наш эфир. Ведущий круглосуточной помойки, канала «Соловьев живьем» то ли забыл, что экран его айпада выводится в трансляцию эфира, то ли просто был загипнотизирован некой белорусской дамой, очарованной речью Лукашенко, и сделал ее скриншот прямо в эфире. Сергей Карнаухов, так зовут этого любителя девушек с интересными декольте, позже заявил, что сделал это, цитируем, «под впечатлением мыслей о ядерном апокалипсисе». Вот до чего иногда может довести ядерное безумие свихнувшихся тиранов своих сограждан. Даешь секс-бомбы вместо ядерных боеголовок.